арт-салон библиотеки имени Чехова. Открытие персональной выставки Светланы Орловой, творческий псевдоним «Соло». Художник побывала во многих странах мира, отовсюду привезла какие-то работы. Но эту выставку решила посвятить России, назвала дачные истории и объяснила, почему. Но когда я начала перебирать работы по русской тематике, я поняла, что у меня в основном тема, она какая-то дачная. То есть это какие-то деревеньки. То есть получается, что меня привлекает вот что-то такое душевное, старое. Светлана Орлова – член Союза художников России и Подмосковья. Автор и организатор многочисленных проектов, выставок, конкурсов. Поздравить автора пришли и ученики, и поклонники, и коллеги. Первое впечатление, когда зашел, посмотрел, что-то все такое знакомое, все такое родное. И тут детство прошло, и у бабушки так же было. И где-то вот тут вот я где-то ходила еще вот такая маленькая. Совет от художника для новичков. Как посещать выставку? Встаньте посреди зала, окиньте взглядом всю экспозицию, и какая-то из картин обязательно сама посмотрит на вас. Подойдите, выберите комфортное расстояние, чтобы краски не сливались, но и мазки не бросались в глаза. И прислушайтесь к картине. Какие чувства, эмоции, мысли хотел передать автор? А потом прислушайтесь к себе, что возникает в ответ. И тогда посещение выставки превратится в разговор с интересным собеседником. Вступить в творческий диалог со Светланой Орловой можно будет в Звенигородской библиотеке до 26 февраля. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».